Процесс идет. Движение по улице Фабричной, остановленное из-за строительства автомобильного моста, восстановят в декабре. На участке со стороны города продолжается важный ответственный этап – вынос коммуникаций. Со следующей недели бригады приступают к переносу газопровода высокого давления. После этого будет залита первая опора в основании моста на западном берегу реки. На площадке ежедневно работают 9 единиц техники и 40 человек. Мы находимся в том самом месте, где проходят первые опоры нового моста через реку Клязьму в районе улицы Фабричной. На данный момент забито уже 42 сваи из 50. Это один из самых трудоемких видов работ на участке. Работы акцентированы по улице Фабричной. То есть мы до Нового года должны как бы открыть временное движение. Динамично ведет строительство моста. Мы понимаем, что к концу этого года будет построены 2 опоры. Достаточно сложная инженерная инфраструктура в районе моста была создана. Работы проводятся с достаточно высоким качеством и на долгий срок. Параллельно ведутся переговоры с собственником земельного участка, граница которого выходит на новую магистраль, о передаче части территории под дорожное строительство. Мост на Фабричной — для города объект стратегического значения. Михаил Налетов, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».